Вместо дома – пепелище. Аймаржан Абдулаева живет по соседству и видела, как все происходило. Ее брат прибежал на помощь первым, начал тушить огонь. В это время в доме находилась пожилая женщина Нелли Ивановна. Мужчина буквально вытащил ее из горящей комнаты. Через окно он зашел, ну, а смотрит, что тетя Нелла спала на диване. Даже она не чувствовала ничего, ни запаха не горел, не чувствовала. Он ее будет, она не встает. Еле-еле он ее разбудил и через окно вытащил ее. После того, как дом Нелли Ивановны уничтожил пожар, она оказалась в крайне тяжелой ситуации. Средств на восстановление жилья у нее не было. Пожилой женщины нет ни детей, ни близких родственников. Дело в том, что у меня недавно мама умерла. Я как раз вот здесь ухаживала за ней, все. А у отца родственники аж на Украине были. Кто из них сейчас? Никого в живых нет. На беду одинокой русской бабушки тут же откликнулись неравнодушные дагестанцы. Благотворительный фонд «Инсан» объявил сбор на 300 тысяч рублей для восстановления домика Нелли Ивановны. Чтобы успешно завершить акцию, понадобилось всего чуть больше суток. Для нашего фонда нет разницы относительно религии, вероисповедания. И случай с Нелли Ивановной – дополнительное подтверждение этому. Когда мы объявили сбор, очень много получили откликов доброжелателей, которые кто-то сантехникой поможет, кто-то строительными материалами, кто-то внутренней мебелью и так далее. Все данные мы записали, и как только будет необходимость в этом, мы все примем, установим, чтобы Нелли Ивановна она смогла жить со всеми удобствами в новом жилье. Дом уже начали строить, заложили фундамент, возвели стены. Работа идет полным ходом. Через неделю, иншаллах, закончим, завершим каркас, поезд, потом крыши делать. Максимум 5-6 дней крыши завершить можно. Ну, 2 недели можно закончить. Ну, а соседи бабушки очень за нее рады и благодарны всем жителям республики, кто помог и откликнулся на ее беду. В доме новый построят, красивый дом, комнатка ей хватит, баня, все и будет, чтобы ее хоть удовольствие было. На время пожилую женщину приютили односельчане, но уже этой весной Нелли Ивановна заселится в новый дом. Дом, который ей подарили неравнодушные к чужой беде люди. Патиман Брузиева, Рамазан Магомедов, канал Алиф, Дагестан. Мы работаем для вас. Поддержи наш проект. Не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на канал и включить уведомления.